Иногда шпионам приходится заниматься обычными вещами. Например, быть в отпуске, даже Джеймсу Бонду. Проблема в том, поверит ли кто-нибудь, что они в отпуске. Особенно, если это другой шпион. Может быть, месье хочет расположиться в патио? Да. У вас тут неплохое маленькое казино. Замечательный уединенный уголок. Пройдете туда, мистер Бонд? Да, знаете, я в отпуске, спасибо. Да, мистер Смит. Да, я как раз ОО-7, можно подумать, вы не знали. Джеймс Бонд, что вы делаете в моем отеле? А я могу спросить, что Соня Сикова, русская шпионка экстра-класса, делает в моем отеле? Зачем вы приехали шпионить за мной? То же самое могу спросить и я. То есть вы не знаете, почему приехали шпионить за мной? Типичный британский ум, как обычно, серединка наполовину. Вы русские всегда были немного туповаты. Если вы приехали шпионить за мной, знаете, что я в отпуске. Да бросьте, у Джеймса Бонда не бывает отпусков. Все это знают. К тому же я не шпионю за вами. Если вы не шпионите за мной, значит, вы шпионите за кем-то другим. А если вы шпионите за кем-то еще, мне придется шпионить за вами, чтобы узнать, за кем шпионите вы. Что же вы не поехали в Омск? Я ни за кем не шпионю, я тоже в отпуске. У каждого хорошего русского шпиона есть 3 недели оплачиваемого отпуска. 3! У нас 6 недель тоже оплачиваемого. Соня, вам следует перейти к нам. Я замолвлю за вас словечко. Пожалуйста, не называйте меня Соней. Здесь я под простым именем, мисс Омкинс. Пооригинальней будет, чем Смит. Когда шпионите, вы носите туфли на высоком каблуке. Ах, перестаньте. Пожалуйста, давайте будем вести себя, как нормальные люди в отпуске. Официант? Да, сэр. Я вас где-то видел. Меня, сэр? Официант, пришлите другого официанта. Очень умно. Я думала, вы в отпуске. Да, я в отпуске, иначе я мог бы убить его. Вы убили месье? Вы звали месье? Сейчас говорят, ты только намекни. Да, месье. Принесите чего-нибудь выпить, что вы будете? Конечно, водку. Коммунистка, я буду виски. Империалист. Месье. Надо сказать, приятно встретить старого врага и не быть настороже. Да, не правда ли? Нет, спасибо. Попробуйте моих. Соня, у меня нет слов. Я хотела бросить курить. С такими фильтрами и спичек не надо. Ваша выпивка, месье. Спасибо. Мадам. Большое месье. Спасибо. Вам знакома вон та женщина? Нет, но я знаю вон ту. Будьте здоровы. До свидания. Официант, повторите, добавьте больше содовой. Официант, месье. Так замечательно иногда. Пожить как нормальный человек. Да, говоря о жизни, меня удивляет, что вы вообще живы после того, как вы напортачили в Анкаре. Позволить мне украсть доктора Уотта из-под самого носа. Вас не было в том деле. Правда? Надо бы почитать книгу. Вот еще что хотел спросить. В тот раз в Касабланке, когда Спектр шел за нами по пятам, и я оставил вас в отеле. Что случилось с вами потом? Я встала и оделась. Но вы оставили между простынями вот это. Не пугайтесь, он безобидный. Я сам вылечил его. Не стоило этого делать. Почему? Они так толстеют. Ваша выпивка, месье, мадам. Месье. Этого не надо было делать. До свидания. До свидания.
Не слишком много содовой, месье, нет, повторите. Знаете, Бонд, очень привлекательный, когда встречаешься с вами вот так. А вы, Соня, всегда были очень умны, находчивы и прекрасны. Даже на службе. Мне всегда хотелось обнять и поцеловать вас. Но я в отпуске, пожалуйста, не надо. Что вы делаете? Да, просто хотел проверить, правда ли существует губная помада с цианидом, или это слухи. Ну вот, а мы собрались общаться, как нормальные люди. Простите меня, вот и наша выпивка. Извините, ваши напитки, месье. Спасибо, выпьем за нормальные отношения. Хорошо, что всегда у нас было так же, как сегодня. Содовый, месье, да, плесните немного. Знаете, Джеймс Бонд, хотелось бы мне, чтобы так было всегда. Да, было бы здорово, но помните, Соня, что в любую секунду я могу снова стать спецагентом 007 с лицензией на убийство. Мне все равно. Я 006 с лицензией на капитуляцию. Простите, это вас. Алло, это 007? Да, М, спасибо, М. Да, и мои приветствия, миссис М. Спасибо. Алло, товарищ. Да, товарищ. Сию минуту, товарищ. До свидания. Ну вот и конец моему отпуску. Да, и моему тоже. Больше не быть нам... И мне самой в конец. Да. Хорошая была поездка. Пока она длилась. Вот теперь-то мы станем обычными. Да. Снова на службу. Снова шпионить.